Я родилась в России, но успела за свои, можно сказать, небольшие 28 лет пожить во многих странах мира, да. Я в кругу моих друзей не только финансисты и бизнесмены, я выросла, наоборот, с очень такой интернациональной группой людей, да, абсолютно разных социальных уровней. То есть конечно, я европейский человек, поэтому я, конечно, поддерживаю, да, равенство между мужчиной и женщиной. Я считаю, что женщина сегодня добивается очень многого и имеет такое же право на существование, на выбор профессии, как и мужчины. То есть они полноправные члены общества сегодня. Но в моей семье, в семье лично, конечно, мужчина главный. Вот, он принимает основные решения, и я, как чуткая, мудрая жена, соглашаюсь. Прежде всего, я россиянка, я татарка, я патриот своей страны. Но можно и сказать, что я человек мира, потому что действительно я пожила во многих странах и понимаю многие. То есть у меня нет трудностей общаться с абсолютно любой национальностью или человеком любой вероисповедания. То есть у меня нет никаких границ в этом смысле. Поэтому, ну, наверное, человек мира. Я росла всегда очень творческим ребенком. То есть с детства меня, конечно, интересовала музыка. То есть это моя самая великая страсть. Вот. Но я всегда любила искусство. В школе изучала искусство, писала картины. И это, в общем-то, тоже такая несбыточная моя мечта, что когда-то я организую выставку своих картин. Вот. Ну, конечно, я певица, и это мое основное направление, это моя то, что, на мой взгляд, у меня получается лучше всего, и я очень люблю свое дело, и я, конечно, очень благодарна всем своим поклонникам, почитателям моего творчества, что их так много, и что они такие искренние и лояльные на протяжении уже стольких лет. Девочки, безусловно, растут музыкальными. Не знаю, насколько это приведет ли это их к какому-то, ну, в профессии в этом направлении. Но, конечно, на примере своей мамы они хотят быть как мама, они поют песни. Мы уже начали заниматься музыкой и рисованием. Вот. Но, конечно, мы будем давать детям все, и будет выбор стоять перед ними, наверное, чем они хотят заниматься. То есть, а вкладывать будем, конечно, все возможные языки, науки. Ну, лучшее образование, которое только можно дать своим детям. Мне бы хотелось выбрать направление помощи детям. Именно это то, что я уже, ну, я и оказываю помощь уже на протяжении многих лет, но хотела бы заниматься этим более серьезно и на другом уровне. И имея за плечами такую поддержку, такую всемирную организацию, как ЮНЕСКО, конечно, это, я думаю, что я сумею выйти на другой уровень и действительно делать это, ну, так, как полагается. То есть это детские дома, это больницы, вот в таком роде.